Она посреди ночи вскакивает с криком: как это, блять, возможно? Ведь у нее давняя дружба. В московской среде киношной много проектов общих, фильмы, реклама в прошлом. Все они люди хорошие, ошарашены, нет в них оценок противоположных. Она посреди ночи вскакивает с криком: как это, блять, возможно? Всегда были деликатны, позитивны, даже too much немножко. После всех разговоров о кадре, о цвете, о линзах, бомбежка. Идет армия, рвет мясо, рвет кишки, гниют трупы, цена грошна. Взорванные дети, горящие школы, дома, автопарк пережеван. Миллионы людей бегут, у них нет на еду, на обед дешевый. Что она в жизни сделала, чтобы снимать это жуткое шоу? Режиссер умалишенный, всегда ведь несли красоту, созидали в сфере прекрасного. Результат бывал сентиментален, светлое что-то подсказывал. Мы в нашем быту олицетворяли дружбу народа в действии. Горит и в аду вся, блядь, прошивка, это советская. Как это? Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Как же больно! Как же больно, когда больно! Есть тема, на которую я не могу говорить даже с близкими. Когда-то все было хорошо. Меня передавали из одних любящих рук в другие, и я совсем справлялась. И с семьей, и здоровье нормальное. Все было нормально. А потом началась война. Я помню первую ночь, когда это все началось, и потом... Много бессонных дней, и звонки, и смс-ки, как ты там, как ты, как ты, как ты. Смс-ки, пережил бомбежку, чудом выжил, я ждала очень долго. Вроде надо продолжать как-то жить. Я пишу маме, Киев бомбят, а мама мне пишет: так и надо. Сколько нужно всяких великих карликов, чтобы перестать закапывать мою страну все глубже, пытаясь поставить ее, поднять ее с колен. Как же не заебало. А где-то сейчас умирают люди. Много-много-много людей. Я как будто чувствую, как все эти души проходит через меня таким столбом куда-то в небо. Некоторые умирают очень мучительно, совершенно непонятно за что. Мне часто кажется, что мы на грани того, чтобы вообще провалить этот эксперимент под названием Homo sapiens.
Они говорят, с нами Бог. Я перестала его чувствовать. Самое страшное, что я ничего не могу сделать. Очень хочу, чтобы перестали падать бомбы, чтобы перестало стрелять оружие. Я очень хочу, чтобы перестали в таких количествах умирать люди. Я очень хочу, чтобы у моих детей было лучше. Я очень хочу, чтобы все мои близкие выжили. И не сошли окончательно с ума. Я больше не могу. Хотя нет, вот могу. Я не знаю, какими мы. Будем. Что останется от нас после этой войны? Что останется от наших душ? Не знаю.